Добрый день, добрый день, книжники, и фарисе... э, братья и сестры, простите, чуть-чуть не проговорился. Да, ну, неудивительно, знаете, когда три недели э, готовишься к проповеди на тему о книжниках и фарисеях, то ты ложишься спать эти книжники и фарисеи, встаешь э, утром, они тут как тут, и это уже во всем, во всех видишь книжников и фарисеев. Вы меня простите. Вот. Э, э, оно, оно и на самом деле, когда задумываешься, много чего от, от, этих товарищей у нас есть. И, правда, вот 2000 лет назад как-то люди не обижались, когда им говорили, что они книжники и фарисеи. Это было даже очень почетно. Ну, времена проходят, сейчас на книжников вроде не так обижаются. Меня даже вот Виктор Фадеевич иногда книжником называет, и я не обижаюсь, это даже, даже радуюсь отмечает какую-то мою способность. А вот если бы фарисеем назвал, ну уже тут какой-то такой, как бы такой посыл на оскорбление. Все чувствуют, правда? Вот. Но давайте вот честно, честно подумаем, совпадает ли то, что люди видят в церкви, с тем, что люди, дети наши близкие видят в семье, и совпадает ли это с тем, что видит в нас Бог, читая наши мысли? Если все вот эти вот три ипостаси наших, ну, они абсолютно совпадали бы, тогда да, можно было бы сказать, что ничего фарисейского у нас и близко нету. Но ведь не совпадает. Мы одни в церкви, другие в семье, а перед Богом вообще третьи. Поэтому... Давайте будем мыслить трезво, будем видеть проблему. И сегодня будем говорить о трех проявлениях фарисейства в нашем мышлении. Первое ⁇ это завышенное требование к себе при низких требованиях к другим. Второе ⁇ желание быть замеченными людьми. И третье ⁇ желание превозноситься перед людьми, над людьми. И текст наш сегодня ⁇ Евангелие от Матфея, 23 глава, 1-12 стих. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что не велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые, неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои, увеличивают воскрыли одежды своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председания в синагогах. И приветствую в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель, учитель. А вы не называйтесь учителями. Ибо один у вас учитель Христос все же вы братья. И отцом себя не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижается, тот возвысится. Свидалище греческие. Катедра, то бишь стул или скамья и вот моисей со своего седалища учил народ давал законы и сегодня тоже кафедра это место откуда м -м, происходит наседание в божьем слове в церквях также седалище подразумевает и соответствующую власть и привилегии делать это и можно было бы предположить что иисус в нашем случае э -э некий упрек выдвигает в адрес книжников и фарисеев за то, что они сели не на свое место. Они недостойны были этого делать. Но Иисус не сказал ученикам и народу, да не слушайте вы этих лицемеров, гробы они открашенные, и не от Бога у них власть. Гоните их отсюда поганой метлой. Нет, как ни странно, Он сказал, слушайте их, слушайте. Но, конечно, мы в контексте понимаем, что Слушать Он повелевал только то, что соответствует закону Божьему. И он не повелевал слушать и не обязывал э, слушать и подчиняться всем самопридуманным фарисейским религиозным правилам. Но Иисус не был против их председания как такового, хотя они и достойны были жесткой критики. Из контекста также ясно, что послушание должно касаться только лишь того, да, что соответствует духу закона. И что еще интересно, говоря о книжниках и фарисеях, Иисус обращался почему-то не к ним, а к народу и ученикам. И вот странно, а зачем обращаться к народу? Они же не, не фарисеи на данный момент. И что какая-то есть опасность в том, что они будут видеть в фарисеях, да, видимо, видимо, есть, и поэтому Иисус стал говорить Ним стоит задать один важный вопрос. Почему? Почему на данный момент народ восхищенно смотрел на книжников и фарисеев? Почему? Они ставили себе в пример этих книжников и фарисеев. Иисус Христос их осуждал за лицемерие, а народ восхищался ими. Простые люди не были фарисеями, но в душе своей хотели бы стать такими же. Вот в чем беда. Конечно же, фарисейскую власть Иисус мог бы свергнуть или вообще уничтожить, как и всякую другую власть. Но Иисус Христос никогда не делал лишних движений, потому что Он всегда видел, в чем корень проблемы. А корень проблемы в мышлении народа. Андрей, поверни, пожалуйста, в мышлении народа. Если на всякий дешевый фарс, дешевый пафос, дешевое обещание – дешевую праведность в данном случае народ будет реагировать восторженно то никогда ничего не поменяется в обществе как не меняя власть если народ живет дешевыми ценностями то всегда найдутся и те кто эти дешевые ценности будут предлагать почему за китайским товаром закрепилась репутация дешевого некачественного товара что разве в Китае не делается качественные хорошие товары, делаются много таких товаров. Но просто людям надо дешевое, а продавцы, ну пожалуйста, им какая разница. Ваш выбор, они везут дешевое. Спрос определяет предложение, везут торговцы дешевое и некачественное. Порой просто диву даешься, как лжеучителя, а по сути мошенники легко обманывают даже верующих. Кто-то там заявил, что он апостол, что он имеет сверхпомазание от Господа, из тысячи долларов 10, делать десять, 10, исцелять любые болезни. И валит народ к нему за тысячи километров на колясках, на костылях. И даже когда им открывают глаза на этих апостолов, говорят, это он блудник из блудников. Он любит роскошествовать. Не верят, не хотят о том верить, оправдывают его. Почему? Потому что эти мошенники предлагают те ценности, которые дороги в глазах людей. Иисус пришел с великой властью, с такой властью, которой никогда ни у кого не было на земле. И эту власть признавали даже книжники и фарисеи, хотя скрипели зубами на него. Такой власти не было никого никогда. Но Иисус пришел не с теми ценностями, которые ожидал народ. И чью сторону в итоге, несмотря на все обличительные речи Христа, относительно книжников и фарисеев, занял народ? Кого он все же послушал в итоге? Он фарисеев послушал. то он с фарисеями потом кричал «распни». Народ не способен был отличить золото от латунной поделки. И как итог разочарования, ненависть и распятие. Да и сейчас ничего не поменялось. Люди охотно возмущаются несправедливостями этой жизни, будут говорить о низких доходах, будут верить всяким обещаниям. Но стоит с человеком заговорить о Христе. Он также он одно, тут же приобретает скучающий вид и делает все, чтобы этот разговор как-то побыстрее замять. Потому что Христос не... Вообще нету в шкале ценностей людей, в основном. Поэтому в общем и целом проблема власти — это не проблема власти, а проблема ложных ценностей всего народа, над которыми эта власть правит. И как же решить эту проблему? Да никак, никак. По-человечески невозможно. Какие бы красивые идеи не выдвигались, какие бы идеологии не проповедовались, какие бы способы правления не предлагались, все это пустые соски, которые можно сосать и обсасывать, и ссориться, ругаться с другим, доказывая, чья соска лучше. Но по-настоящему по-настоящему питает, дает насыщение, дает мир и радость, удовлетворение и расставляет все ценности по своим местам это Евангелие. И то, что мы сегодня читаем, это не просто нападки Иисуса на фарисеев, это Евангелие истинных ценностей в той или иной степени, в той или иной форме, но все мы находимся под влиянием э, этих ложных ценностей, неправильных приоритетов. Скажите, разве нельзя в каких-то случаях применить сегодня и к нам, верующим, фразу из третьего стиха? Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делать, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Вот я проповедую сегодня с кафедры Правильно, библейские истины, да? но в моей собственной жизни, даже после покаяния, немало дел, которые не, не просто я бы в пример не поставил, я бы даже не хотел, чтобы люди знали о них. И хоть я не фарисей по положению, но фарисейский дух есть во мне, и глупо это отрицать. Иначе, с чем же должен был бы бороться во мне, Божий Дух, зачем бы Он тогда вообще был нужен? Но именно Он и дает нам увидеть увидеть фарисейство в себе. Ну а в ком Божьего Духа нет, тот даже не способен идентифицировать проблему лицемерия в себе. Разве убедил Иисус фарисеев через эти вот обличительные речи, что у них есть какая-то проблема? Нет. Нет. Проблема, они увидели в нем проблему. Убить Христа они вывод сделали. А в себе они ничего плохого так и не увидели. Все нормально у них и с верой, и с совестью, и с отношением с Богом. Все окей. Но no проблем. Происходят такие ситуации, когда человеку указывают на, на, как, на какой-то всем очевидный грех. И хоть даже бывает 10 человек будут говорить ему о грехе, он будет думать, что все чего-то на него ополчились. Он искренне, искренне не понимает, чего это вдруг. Он заподозрит, обвинит в нападках и сговоре всех вокруг, скорее, чем признает за собой грех. Не говоря уже о том, чтобы искренне покаяться. И порой кажется, ну не прикидывается ли этот человек валенком? Ну как? Неужели совесть ему никак не открывает глаза? Это трудно даже поверить. Но он на самом деле не видит. У него и объяснение есть, и оправдание есть, почему он так делает. И в его глазах это все очень убедительно. Вот о чем в нашем тексте говорит четвертый стих. «Связывают бремена тяжелые, неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом пошевелить». Ну, наверное, высоких требований к другим и снисходительности к себе. Наверное, так. Но интересно, а что при этом говорит совесть? Неужели она не замечает вот этих двойных стандартов? Ой. Предположу, что даже если и замечает, то тут же находит убедительное оправдание для себя. Наша совесть – лучший адвокат. Она находит такие зацепки для оправдания, что сам удивляешься, как она так умеет. Что угодно может оправдать, главное креативно мыслить. И жадность она может оправдать, и блуд, и непрощение, и даже пьянство. Все может оправдать укрепляющим себя чувство собственной правоты. Мы склонны быть очень требовательны к другим и снисходительными к себе. Не правда ли? Очень раздражает, когда ребенок грубо разговаривает с нами, его родителями. Очень раздражает. По какому праву? Но мы сами на своих родителей с ними, бывает, говорим очень грубо. Но у нас есть оправдание, чего они вмешиваются. Жена кастрюлю сожгла, забыла выключить. Ну, елки-палки, ну сколько ж можно? Потому что, ну, что ж, надо какие-то выводы делать из предыдущих ситуаций. Уж не первая кастрюля. Через неделю ты сам сковородку спалил, и что? И кому дать этой сковородке? Рука не поднимается себе. И тут же оправдание придумывается. А, да точно ж, мне тогда позвонили, если бы отвлекли, если бы не отвлекли, я бы, конечно же, не спалил эту сковородку. Ребенок забыл какую-то вещь где-нибудь в школе, в лагере. Ой, какие мы ему нотации прочитаем. Да что ты такой безалаберный, да что ты такой рассеянный, да когда же ты начнешь головой это думать? Сами забудем, у нас тут же оправдание есть. Ой, да я очень занят был, да. Эх, хлопоты. Отвлекли опять-таки. Мы сами, того даже не замечаю, живем двойными стандартами, и это сквозит во Мы заболели, и никто не звонит. Вах, ну, это возмутительно. Что это за церковь такая? Где забота? Но сколько братьев и сестер прошли трудные моменты в своей жизни и сами переболели, и они так и не увидели нас на пороге своего дома и не услышали даже звонка от нас. Разве это не так? То, что в других мы замечаем с раздражением, себе обычно великодушно прощаем. Почему наша церковь мало служит людям, переживают некоторые праведно переживают, да. Почему вот таким служением не занимаются? Вот там занимаются, у нас не занимаются. Но эти люди, они обычно никогда не имеют себя в виду. Они ну, казалось бы, если ты переживаешь, ну, начни, покажи пример. Но нет, они сильно заняты. Они считают, что а есть там вот какие-то бездельники, которым делать нечего, вот, вот они пусть и занимаются, они должны заниматься этим. И обычно я вот замечаю, что больше всего такими назиданиями занимаются люди, которые в церкви ничем и не заняты. Потому что те, которые заняты, им некогда этим заниматься. Языком говорит... Мастеров везде много, но вот перстом, как говорит Иисус, ⁇ увы. А когда человек с таким вот фарисейским мышлением еще и власти оказывается, то он чем начинает заниматься? Он начинает заниматься духовным насилием. Интересное объяснение ситуации с бедной вдовой, которая пожертвовала всеми деньгами, которые у нее были, я слышал в одной из проповедей Джона МакАртура. Давайте вспомним этот текст. Евангелие от Марка, 12 глава 42-44. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав, подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истина говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Вы все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Традиционно этот текст используется проповедниками как призыв к жертвенности – Конечно же, нужно быть жертвенным. Но об этом ли этот текст? И надо посмотреть контекст, в котором стоят эти стихи. А контекст, он точно такой же, о котором мы говорим сегодня. В контексте осуждается фарисейство. И в обоих местах, в Евангелии Марка и в Евангелии Луки, говорится, где стоят вот эти стихи о жертве вдовы, в непосредственной близости в в одном стихе от них всегда стоят стихи, где Иисус осуждает то, что книжники поедали дом и вдов. Поедали. И говорит, тихчайшее осуждение они за это примут. Не без помощи фарисеев и книжников тогда утвердилось мнение, что всякие увечные, больные, хромые, бездетные, вдовствующие, они получают просто заслуженное наказание за свои грехи. Бог отвернулся от них. И в то же время считалось, что богатые или богатство – это свидетельство того, что Бог благоволит к этим людям, доволен их жизнью. И, соответственно, вот эти вот богатые книжники и фарисеев гнобили вот этих вот вдов, говорят, что вам, грешницам, чтобы Бог простил ваши грехи, надо не только там десятину отдать, вам все надо раздать. Все, что имеете, и молите Бога, чтобы Он простил вас. И вот пользуясь этим вот невежеством и доверчивостью этих людей, этих вдов, против них было мнение всего народа, и они вот несли и отдавали вот все. Рели... Религия ⁇ это очень жестокая штука, очень жестокая. Она использует людей, чтобы выдавить из них все соки, но взамен не предлагает ничего. Это как раз и есть то, что, о чем и написано. Они налагали на людей бремена тяжелые, а сами перстом не хотели двинуть их. Сами не трудились. А с чужого, что обманным путем приобретали, давали десятину. И она выглядела очень большой. И люди восхищались. Ого, вот это молодцы ребята. Как много денег дают. Но Иисус говорил, вы кладете от избытка своего и грош цена вашей жертве. Знаете, сегодня происходят вещи, когда да, дом и вдов переходят религиозным людям. Я знаю конкретную ситуацию, когда за неделю до смерти какой-то священник так поговорил с, с одинокой женщиной, что она переписала ему квартиру. Он пообещал ей молиться за упокой ее души. Очень, он первым в списках будет ее упоминать. Вот, знаете, невежество и доверчивость. А с одной стороны, а с другой стороны, жестокие, жестокие люди религиозные, которые используют благочестие для прибытка. Второе проявление фарисейства – желание быть замеченными людьми. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрили одежду своих. Чтобы понять, о чем здесь идет речь, надо сначала понять, что это за хранилище и что за воскрили, откуда это все пришло. А пришло это из Ветхого Завета, из книги «Исход» и «Второзаконие». «Второзаконие» 6.8, прочитаем. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые заповедуют тебе сегодня в сердце твоем, и внушая к детям твоим, и говоря о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась вставая, и навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязку над глазами твоими». Для того, чтобы исполнить эти заповеди, иудеи носили еще и, и носят при себе на молитву так называют филины или филактерии, кожаные коробочки, в которые закладываются свитки с четырьмя местами Писания. И вот они одевали, и не просто одевали, они их делали очень большими, чтобы люди видели, какие они набожные. Они увеличивали еще и воскрыли одежду своих, в греческом это краспеда, а в древнееврейском цицит. И в числах, и во второзакониях мы читаем, что Бог заповедовал своему народу носить кисти на краях одежды своих, чтобы, взглянув на них, они вспоминали все заповеди Господни и вспоминали свое избрание как, как народа Божьего. Вначале эти кисти крепились по краям одежды, потом к нижнему белью крепились, потом иудеи стали их носить, на молитвенную, пришивать к молитвенным шалям. Но сделав эти кисти особенно большими, они опять-таки сместили фокус. Они должны были напоминать о Боге, но сделав их большими, они выпячивали себя. Теперь должны были люди увидеть их, самих. Можно было бы поговорить о том, буквально ли образно стоило воспринимать повеление навязывать на руку или на голову эти тфилины. Но поскольку Иисус этого не делал, то не будем и мы. Иисус обратил внимание, что они делали это нарочито, Показным образом. Все дела свои они делали с этой целью. Но теперь давайте честно, если в некоторой степени у нас такая проблемка. Если вы скажете, что нет, то я вас не поздравляю. Бегом ко Христу, чтобы Он вам, во-первых, открыл глаза на себя, а во-вторых, показал, помог начать бороться с фарисейством. Представьте только, как бы мы вели себя. Если бы единственное, за что мы переживали, это то, как смотрит на нас Господь. Вот единственное. Нас бы было просто невозможно обидеть. Нас не цепляло бы то, что говорят о нас люди. Мы бы никогда не разочаровывались тогда, когда мы делаем добро, а в ответ какая-то неблагодарность. Нас бы это ни капли не касалось. Мы не искали бы уважения. В ответ на обличение мы бы дружелюбно говорили, «О, да ты еще не знаешь, какое я на самом деле». Садись поудобнее, я тебе такое расскажу про себя. Но нет. Мы бросаемся в атаку и готовы биться до последней капли крови за свою белоснежно-пушистую праведность. Если кто-то усомнится в, нашем, в нашей солнцеликости, то он рискует стать нашим врагом на всю жизнь. А нас должно говорить, как об усопших, либо хорошо, либо ничего. И вот эту усопшесть, вот эту вот мертвость для понимания того, насколько мы греховны, вот это и есть фарисейский дух. Мы хотим, чтобы нас замечали, хвалили, ценили. Мы не удовлетворяемся только любовью и принятием Христа. Мы ищем этого у людей в разной степени, в разной форме, но ищем. Пусть мы не носим эти вот коробочки сегодня ни на руке, ни на лбу, но но у нас есть тысяча других способов произвести впечатление на людей. Как тяжело, согласитесь, когда ты сделал что-то доброе, а никто не увидел. Надо же как-то найти способ рассказать. Я помню, как-то давно уже в служении был брат, который рассказывал, вот я был на работе, вышел тут около работы, смотрю, идет человек, ну, который, очевидно, не привязывает себя к определенному месту жительства. И так, говорит, Пробуждение такое вот возникло у меня, подойти, поговорить с ним. Я снял, сел, сел с ним на лавочку, так приобнял. И такая мысль приходит. Ну, жалко, что никто вот из братьев не видит, как я люблю этого человека. И говорит, стал оглядываться, и, и он надо же. Как раз ехал на машине брат из церкви, и он увидел, и, говорит, как чудно Господь все устраивает. Я тогда сидел и думал, ну, наверное, мне бы тоже хотелось, чтобы меня увидели в такой момент, но я бы не стал, наверное, об этом говорить. Все же таки вот в Матвея, в Евангелии 6 главе 1.6 написано, смотрите, не творите твою милость милости не ваши перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. И так, когда творишь милость, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говоря, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Но это же сколько веры нужно, друзья, чтобы поверить в это. Когда еще эта награда от Бога будет? В чем она будет выражаться? А здесь награда прямо вот здесь и сейчас. В виде уважения людей, в виде веса, в виде имиджа, в виде авторитета, в виде похвалы. И это огромное искушение, которое трудно преодолеть. Какая жена может удержаться от вопроса к мужу? Ну, ты что, ты не видишь, как я дом убрала, как я все приготовила вкусно? Так а что ты молчишь? Или какой муж не похвалится перед женой? Ты слышишь, как машина тихо едет? Это я всю подвеску перебрал. Я ее три часа пылесосил и, и вычищал. Цени. Нам, конечно... Трудно представить Иисуса, который бы после очередного какого-то чуда сказал, ну что, каково, впечатляет? Тот -то же, цените меня. Кажется, что мы лопнем, лопнем, если вот мы не расскажем о своем добром деле никому. Да, мы верующие знаем, что вот в притче Соломона написано, что домогаться славой не есть слава, но мы научились заворачивать свою славу в Божью. И все выглядит очень красиво при этом. То, как прославил себя брат, это, конечно, выглядит и топорно, грубо, бросается в глаза, вызывает осуждение. Я бы это сделал по-другому. Сейчас я вас научу, если вы не умеете. Я бы как сказал, Господи, спасибо, что Ты таким образом расположил мое сердце, изменил его, что те люди, которых я раньше вообще брезговал с ними общаться, и остальные брезгуют, что те люди стали для меня дороги. Это Не правда, уже по-другому как-то звучит. Да? Или когда кто-то покаялся, мы говорим, слава Господу, мы за него много молились. Конечно, мы не вправе влазить там и рассуждать о мотивах других людей, но нам надо самим задумываться, какими мотивами мы движем, движем мы, когда даже прославляем за что-то Бога. Себя ли мы, Бога ли мы прославляем или себя хотим отметить? Кто знает, сколько наград от Бога мы потеряли на небесах, предпочитаем награды здесь и сейчас от людей. Я, кстати, не хочу сказать, что хвалить это плохо. Ни в коем случае. Тот же апостол Павел очень много хвалил верных тружеников, замечал их труд, отмечал. И мы точно так же должны замечать, отмечать, благодарить и жен, и мужей, и тех людей, которые трудятся и приносят пользу. Это хорошо, но мы не должны искать похвалы себе. Мы не должны делать ради похвалы. Мы не должны искать себе славы и почести. Тут нужно быть внимательным. Притча 27.2. «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой». Интересно еще заметить, каким образом фарисеи искали славу себе. Ведь можно это делать, творя реально добрые дела. Когда проходят всякие предвыборные кампании, едут депутаты, кандидаты по всяким детским домам, по больницам, везут реально оборудование, там, памперсы, игрушки, реально чем-то жертвуют. Фарисеи даже и решили тут упростить себе жизнь. Не, были, правда, среди них некоторые, которые вот, вывешивали у себя список добрых дел, которые они делали. Представляю, как это нелепо смотрится, вот если бы сейчас я там вышел, там, у меня бы там было написано, там, я перевел бабушку через дорогу, там, я дал булочку голодному. Ну все бы смеялись, но тогда это воспринималось, ну ура, люди тоже восхищались такой вот показной праведностью. Но в основном они даже и этим не заморачивались. Они довольствовались лишь показным, лишь вот внешним, внешним вот благочестием, молитвами на людях, там вот этими филактериями и прочими прочими. Интересно, что сегодня многие верующие склонны судить о благочестии лишь по наружности человека. Если они в наружности находят какой-то изъян, то их не радует уже ничего. Можно, конечно, осудить служителя за то, что он вышел в кафе и там не не Полагающихся в понимании каких-то верующих брюках, а в ближах можно осудить и не увидеть ничего другого за этим. Но можно же и увидеть то, что этот брат, этот служитель был раньше мертв, но жил, потерялся, но нашелся. Но дух фарисейский, он никогда не смотрит на эти вещи. Для него это вообще не имеет никакого значения. У него фокус вот на внешних вещах. Так не радовало никогда фарисеев исцеления Иисусом слепых, немых, глухих, хромых, по причине того, что он нарушал какие-то в их представления священные правила, правила субботы. Не только иудеям, не только фарисеям, но и обычным иудеям не приходило в голову порадоваться за того, кто 38 лет болел и исцелился. Обычно иудеи налетели на него – не должно тебе нести постель в субботу. И не по правилам внешнего благочестия действовал даже Иисус. Не от Бога это человек, утверждали они, потому что не хранит субботы. Но Иисус это как раз и был тот, кто исполнил весь закон в совершенстве, включая и субботу. Но он не вписался в самопридуманные, самопридуманные фарисеями правилами поведения в субботу не вписался. И как только Иисус нарушал эти правила, у них срабатывал триггер и зажигалась красная лампочка. Не от Бога. Не от Бога. И от того в религиозном мире по сей день очень много злости. Очень много. Потому что постоянно кто-то нарушает наши самопридуманные правила, будь то касательно одежды, будь то касательно музыки, будь то касательно формы проведения богослужения. Я был на конференциях, благочестивой церковь со здравым учением. Но меня предупреждали, ты не должен вот так вот рукой делать. Вот так вот тоже нельзя делать. Ты должен стоять вот так вот. Если ты начинаешь что-то там двигаться, на тебя уже все косятся. Но Иисус, возвращаясь к нас к сути веры, которая не во внешнем благочестии заключается, а в любви к Богу и людям, и научиться нам бы прежде всего печалиться о своем состоянии, чем о состоянии людей вокруг. Третье проявление фарисейства – это желание возвышаться над людьми. То, что заметили, это уже хорошо, но лучше бы еще как-то и возвыситься. Шестой стих и дальше читаем. «Также любят предвозлежание на пиршествах и председания в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель, учитель. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья. И отцом себя не называйте, себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. Не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Вот есть в Библии много таких вот противоречивых мест, на первый взгляд. В одном месте говорится, Бог возлюбил мир, а в другом говорится, не любите мира. В одном месте говорит, никто не приходит ко мне, если не призовет его Отец Небесный. А в другом говорится, приходите, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. В следующем месте написано, именем Бога клянись, в Ветхом Завете написано, в Новом Завете уже не клянись вовсе. И вот в нашем месте вот, вот тоже такие противоречия могут показаться. У нас написано, отцом не называйте никого на земле. Но тут же Павел говорит, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием". Не называйтесь учителями. Здесь мы читаем, апостол Павел пишет послание, иных поставил учителями. Ну, как же это понимать, и не взял ли Павел на себя лишнего? Мы не разберемся, не понимая контекста употребления этих слов в то время. Слова «учитель» или «доктор», «отец» и «наставник». «Наставник» — это был как еще как вождь, руководитель. Но в то время употреблялись по отношению к духовным лидерам с целью подчеркнуть их исключительно высокий духовный уровень, их привилегированное отделенное положение. Подобная практика сегодня существует, когда кого-то называют преподобными, блаженнейшими, великими, архи-архи-архи какими-то, папой называют. Ну, все, все это призвано подчеркнуть благоговейный трепет, или вызвать благоговейный трепет перед людьми с такими титулами. Ко многим людям эти титулы прикрепились уже посмертно. И, скорее всего, они были бы против такого прикрепления. Но фарисеи, они желали, чтобы их при жизни прославляли. Они любили очень тешить свое самолюбие таким обращением к себе. И именно это осудил Иисус Христос. Именно это и осуждается в первой главе послания к Римлянам, где говорится, что люди вместо того, чтобы поклоняться Богу, стали поклоняться, служить творению. Поклонение каким бы там ни было, пусть даже уважаемым людям, есть сотворение себе и делай кумира. Если же мы посмотрим не только на то место, которое я зачитал об отцовстве Павла, а на весь контекст его взаимоотношений с людьми, мы увидим иную картину. Павел был очень кротким и смиренным человеком, не боявшимся даже унизиться. И уж как его унижали эти коринфяне те же, и он приходил через это. И он об отцовстве своем говорил не для того, чтобы возвыситься над ними. Нет. Он просто говорил о том, как он их любит. Ради доказательства своей любви и заботы. И это совсем другое дело. Совсем другое. Мы, конечно, сегодня... У нас, может быть, и нету таких вот терминов, там, учитель, там, отец, в нашем, там, блаженный, там, преподобный, в нашей протестантской культуре этого как-то не закрепилось. Редко что-то такое подобное бывает. Я вот у Алены король как-то спрашиваю: говорю: как ты мужа своего дома называешь, мой король? Она говорит: да нет, я просто его называю ваше превосходительство. Вот. Ну, это редкий случай. А так вообще, ну, вообще, вообще у нас не в практике такое, да? А, ну, а скажите, а что обязательно нужно слова какие-то употреблять? чтобы возвыситься над человеком. Да нет. Достаточно жеста, достаточно взгляда, чтобы человек понял, как ты к нему относишься, как ты ставишь себя. И мы ведь, согласитесь, по-разному ведем себя. Когда мы общаемся с каким-то директором, там, мэром, и когда мы сталкиваемся с человеком там, с нижних слоев общества пренебрежительно, мы будем его тыкать. И нам очень внимательно нужно относиться к своему сердцу, на самом деле. И вспоминать почаще, что как Иисус мыл ноги своим ученикам. Помню, как-то приходила к нам домой одна женщина пастор, которая была замужем за человеком, с которым она познакомилась в колонии. Она ездила туда с евангелизацией, ну и покаялся там вот один человек, она потом ну, Поженились они потом. Но вел он себя как-то не очень. Очень нехорошо себя вел. И она очень много жаловалась на него. И помню, как-то звонит от нас и говорит ему, я тебе пастор или кто? Почему меня не слушаешься? И у меня такая первая мысль была, ну, слава Богу, что моя жена не пастор. Очень великое искушение поставить какие-то свои достижения в основу превозношения. Нам очень важно дергивать себя, когда начинает казаться, что мы выше и достойнее кого-то. Иначе сами не заметим, как станем такими же махровыми фарисеями. Итак, дорогие, мы поговорили с вами о фарисействе. В нас выражено в том, что мы гораздо более требовательны к другим, чем к себе. А то, что нам нравится, нравится выглядеть перед людьми, особенно праведными, и о том, что нам нравится превозноситься над ними. И резюме проповеди заключено в последних стихах отрывка. «Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Вообще-то этот принцип пытаются, пытаются воплотить в обществе уже давно. Депутаты, чиновники уже давно называют себя слугами народа. Ну, звучит это как-то так поиздевательски, Потому что в основном очень часто те же чиновники и депутаты, наоборот, они хотят использовать народ для достижения каких-то своих целей. Принимают законы, которые угодно ему. Простой народ отправляет на войну, а своих детей на Канары, на Мальдивы, откуда те даже не стесняются слать репортажи об их чудесной жизни. То есть это звучит поиздевательски. И лучшие тезисы общества, лучшие тезисы. Они обречены, просто обречены остаться тезисами, пустыми тезисами. Потому что, потому что благочестие без Христа не имеет никакой силы. Сила – это сверхъестественная любви Христа, которую он дает верующим в Него. А если Христос прежде не изменит фарисейское по умолчанию наше сердце, то все наши потуги выглядеть праведными, они только и останутся потугами. Христос предупреждал народ, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и то вы не войдете в Царство Небесное. Конечно же, Иисус не имел в виду, что мы должны постараться более духовно выглядеть. Отличие двух праведностей в том, что одна берет начало в самом человеке, другая во Христе. Одна сравнивает себя с людьми, другая со Христом. Одна сфокусирована на грехах других, другая сокрушается о своих собственных. Одна опирается на собственные дела добродетели, другая — на милость Божью. И одна, соответственно, оправдывается своими делами, а другая оправдывается тем, что Иисус на кресте совершил ради нас. Поэтому, друзья, пусть благословит нас Господь искать настоящей Божьей праведности. Аминь. Помолимся. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты не оставил нас в этом мире слепыми, и Ты принес свое Слово, Ты принес себя и свой Дух. Благослови нас быть наполненными, искать наполнение Твоим Духом, чтобы мы понимали, кто есть мы, на самом деле видели, кто есть мы, не обольщались и не считали, что мы чего-то достигли, а все больше Преображались в Твой образ ради славы Твоей, Господь. Аминь.